Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм «Снеговик» для взрослых. Вот так выглядит «Снеговик» в запечатанном виде. У нас индивидуальная полиэтиленовая упаковочка, с ручкой очень удобно носить, и на молнии. То есть вы поносили и обратно убрали. Очень удобно. Упаковка может незначительно отличаться. Также обращу ваше внимание, посмотрите, у нас представлены здесь две модели. Это одна и та же модель, но отличие в чем? Шарфики могут отличаться немножечко. Вот вы можете посмотреть, здесь клетчатая идет, такая широкая клетка, здесь маленькая клетка и немного другого цвета. Поэтому, если вы на видео или на сайте видите шарфик одного цвета, а вам приходит другого, то это ничего страшного, потому что производитель имеет право менять за собой цвет ткани или рисунок. Поэтому вот как бы предупреждаем мы вас сразу, может немножечко больше снежинок на одном, на другом немножечко меньше, какие-то могут быть больше, какие-то могут быть немножечко меньше. Вот, поэтому давайте рассмотрим костюм снеговика. В нашем интернет-магазине несколько вариантов костюма снеговика для взрослых, сегодня мы рассмотрим один из них. И давайте посмотрим. Вот у нас в комплект входит ведро, головной убор, вот такой вот велюровое со снежинками. Ведро у нас, ну как бы головной убор, идет на резиночке, то есть очень удобно одевается и не падает. На подкладочке, черная подкладка у нас внутри. Ведро со снежинками, вот такие интересные красивые снежинки. В комплект у нас входит нос, морковка, вот такая вот оранжевая морковка. На резиночке тоже тянется, нос удобный. Внутри вот у нас пусто, то есть сюда вот вы как раз сможете засунуть свой носик. И в комплект у нас входит шарф. Вот такой вот шарф, как я уже говорила. Шарф может отличаться. Может быть любая ткань, любого цвета. Вот такой сейчас у нас вот так вот выглядит этот шарфик. Такой вот довольно большой длинный шарфик. И в комплект, конечно же, входит сам костюм снеговика. То есть это такой комбинезон. Ну, можно назвать комбинезоном. Жилетка объемная. Здесь у нас как пуговички черные. По шее у нас идет завязочки. Рукавчиков здесь нету. То есть вот просто обычные короткие рукава. Прорези для рук. И внизу комбинезон у нас просто вот таким как комочком смотрится. Он немножечко набивной внутри. Вот вы можете видеть, у нас здесь подкладка белая идет. Все аккуратно прострочно. То есть он получается такой, когда вы одеваете, он становится объемный. То есть большой, пышный такой. Вот он здесь он держится просто. Вот он будет показан. Он такой большой, объемный. Вот полностью костюм снеговика. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.